В Лопатинской школе прошла благотворительная ярмарка «Новогодний сувенир». Участником ее мог стать любой ученик школы. Ребята предлагали для продажи различные сладости, соки, выпечку. Расчет на ярмарке между покупателями и продавцами производился специально выпущенными советом обучающихся денежными купюрами «Добрый червонец», которые можно было приобрести в обменном пункте школы. В рамках ярмарки собрано около 80 тысяч рублей. Средства пойдут на подарки к Новому году для ветеранов Великой Отечественной войны.